А вы знаете, как поет соловей и кто из птиц большую часть жизни проводит в полете? Нет? Тогда вам в Центр внешкольной работы номер 2. Именно здесь расскажут все о пернатых, которые живут в нашей полосе. Обычно такие занятия проходят на свежем воздухе в виде орнитологических экскурсий. Однако этим летом погода вносит коррективы. Но даже в аудитории можно заняться изучением птиц, узнать, как они выглядят и как поют. Итак, большая синица, желтая грудка, галстучек, белые щечки. Она у нас обитает и зимой, и летом, круглогодично. И у нее очень характерный звук. Давайте послушаем его. Большая синица. Всем участникам занятия предстояло не только запомнить внешний вид и название пернатых, но и отгадать их по трели на слух. Чтобы было проще это сделать, существуют специальные орнитологические запоминалки. Мы, чтобы передать песню некоторых птиц, перекладываем их на наши слова, да, на человеческие слова. Так, например, вам уже известный соловей можно приложить на слова «прижму, прижму», «Катерину, Катерину», «чмок, чмок, чмок». «Мухоловка-пеструшка» зазывает «Печи, печи, куличи, куличи». Ну а певчий дрозд призывает пить чай с сахаром, с сахаром. Попасть на такие открытые занятия могут все желающие. Кроме того, в ЦВР номер 2 есть живой уголок, где научат ухаживать за братьями нашими меньшими. Расскажут о них много интересного. С детства я любил животных, растений и все живое. Мне нравится ухаживать за животными, изучать их и наблюдать. Информацию о проведении орнитологических экскурсий можно найти на сайте Центра внешкольной работы номер 2 и странице городского управления образования. В течение года их проводят регулярно. Любовь Почерникова, Антон Осипов, РТВ Иваново.